Доброго времени суток всем любителям прекрасного. Хочу вам показать парочку новиночек, которые я приобрела вчера. Это парочка вот таких вот анцидиумов твинкли. Один цветет вот так вот, а второй вот такой вот Red Fantasy и будет цвести вот так. Так, еще одна новиночка в моей коллекции. Мой первый в жизни бульбаш. Так, вот такой вот бульбофилум. Луби Ай на Фрости Ай. Посажен он здесь в кукачипсы. Ну, вот так болтыхается. Но корешочки при попадании воды на них зеленеют, то есть они живые. Я еще тоже не знаю пока, что с ним буду, что с ним делать. То ли пересаживать его, может быть, возможно, на блок. Бульбочки вроде нормальные, упитанные. Листики в тургоре, я его еще не поливала, потому как не знаю еще, что с ним сделать, как его посадить или оставить пока в этом горшочке. Но в этом горшочке боюсь оставлять, потому что он высоковат для него, и влага будет скапливаться здесь внизу горшка, а сверху он будет сухой. Вот. А как мы видим, корешулечки у него здесь такие вот короткие. Вот. То есть они не идут вглубь горшка, они так поверхностно расположены. Вот, поэтому пока я не знаю тоже. Может быть, его оставлю, а может быть, возможно, пересажу. Ну и звезда моей такой небольшой покупки. Почему, собственно, я и приобрела некоторые другие растения. Я купила вот такой вот кустик. Пафиопедилума. Здесь у него одна розетка, которая сейчас цветет. Два небольших роста. И вот там я где-то еще увидела еще один рост. Вот он. Он только-только показался. Вот. И хочу вам показать его цветение. Сейчас сниму телефон с держателя и посмотрите на это чудо, этого гномика. Мне так нравятся эти цветочки. Я давно на него засматриваюсь. И вот постоянно на всех фотографиях вот они напоминают мне таких вот гномиков с глазоньками такими. Посмотрите. У него великолепный парус. Вот такой. И он всегда сворачивается такой трубочкой. Вот здесь изнанка паруса. Такая лапочка. И тоже всегда смотрю. На фотографиях он любит очень куститься, то есть выдает по много деток, по много розеток, и потом этот куст цветет на множество таких вот цветочков класснючих.
Ну, мордашка просто великолепна, посмотрите. Или такой муравейчик с глазками. Венозная такая у него губа. И там вот так вот внутри этой губочки. Ну, если он любит куститься, если сейчас одна розетка выдала три розеточки молодых, то потом каждая из этих розеток выдаст тоже хотя бы по 2-3. Представляете, какой будет куст потом, как они зацветут. Вообще супер. В общем, вот такая няха появилась в моем доме. Красавчик. Цветочки у него не крупные. Но когда их много, это будет что-то потрясающее. Ну и заодно хочу вам показать, как себя чувствует пересаженная моя дагмарара. Вот одна, которая деленка была определена на блок. Фокусируйся, давай. Здесь я и примастерила такую маленькую сидерейку. Она себя чувствует неплохо. Вот, а эта деленочка. Пускай здесь уже новые корешочки. Молоденькие. Тургор, бульбочки эти не потеряли. Ну, вот так вот она смотрится. Новый ростик растет. И все у нее замечательно. Это меньшая деленка, которая была определена мною на блок. Ну, а здесь вот кустик, которую я не знала, как посадить его, и где я углубила одну бульбу старую. Тоже вот такая вот она. Замечательно себя чувствует. Тут у нас тоже просыпается уже корешочек молоденький. Эти корни у нее живые все. Здесь вот видно, я просто опрыскиваю пока мог, потому что отопление здесь еще не включили. А ночью довольно-таки прохладно. И я ее еще не поливала, я просто опрыскиваю мох, когда он просохнет. Сохнет он очень долго сейчас, конечно. Вот такая посадка у нас здесь была. Где-то здесь видны корни с этой стороны, по-моему. Да, вот здесь вот видны корешочки. Так что все у них хорошо. У этих двух посадок. Не знаю, конечно, как будет чувствовать себя вот это на блоке, когда включат отопление или же летом. Ну, может быть, летом я буду что-то химичить и ложить ее, может, возможно, просто в какую-то емкость с водой. Или же ставить буду емкость с водой, чтобы было больше влаги, чтобы она у меня на блоке не пересыхала. Ну, хотя, в принципе, я летом, когда жарко, я опрыскиваю 2-3 раза в день свои блоки. Вот. Ну, конечно, когда меня нет, девчонки там, может быть, по разу с утра их опрыскивают. Ну, пока еще никто не умер. Все живы, здоровы. Ну, вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. Не болейте.
И пусть вас почаще радуют своим цветением ваши цветочки. Пока-пока.